Я люблю тебя. Вы такие красивые, как ангелочки. Привет, ребята, это снова я. Вы так и не перезвонили. Привет, это мама. Молодец. Постарайтесь прийти на этот раз. Кто следит за развитием ребенка? Никто. Моя жена не доверяет врачам. Молодец. Она сумасшедшая. Мама, у нее кроме нас никого нет. Это моя семья. Тебе полезно ненадолго выйти из дома. Когда он поправится, мы пойдем гулять, куда пожелаешь. Умница. Ваш сын в опасности. Он не усваивает еду. Слышишь меня? Почему ты мне не веришь? Хватит! Что происходит? Она вбила себе в голову, что нужно очистить его организм. Почему ты не хочешь мне верить? Она сумасшедшая. Молодец. Что ты делаешь? Что происходит? Почему ты мне не веришь? Она сумасшедшая. Хватит! Что ты делаешь? Это моя семья. Почему ты мне не веришь? Ты сознательно пытаешься убить нашего сына. Мне не нравится это место. Вам нельзя здесь оставаться.